В год столетия образования Карачаева-Черкесии в республиканской столице состоялось открытие первой соборной мечети, которая станет одним из самых величественных культовых сооружений ислама. Долгожданную радость мусульман сегодня разделили высокие гости. Пулпет президента России в СКФО Юрий Чайка, глава республики Рашид Тимрезов, лидеры духовенства Северного Кавказа и другие. Об этом, об одном из самых праздничных дней в истории многонациональной, многоконфессиональной Карачаева-Черкесии, Мурат Джанкезов. К началу церемонии открытия мечеть заполнили верующие, приехавшие из всех городов и районов республики, прибыли и гости из соседних регионов. С приветственным словом к собравшимся обратился полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайка. Мечеть станет одним из самых крупных священных мест для мусульман Северного Кавказа. Реализация данного проекта стала возможна благодаря совместным усилиям органов власти и местного сообщества. Представители духовенства вносят огромный вклад в дело развития Карачаева-Черкесии. Одним из самых важных и праздничных дней в жизни республики назвал Рашид Тимрезов открытие соборной мечети и отметил, что на этом строительство не заканчивается. Мы приняли такое решение, что следующим этапом, следующее строительство, это будет строительство республиканского медресе в городе Черкесске, которое мы начнем в следующем году. Выступая перед собравшимися, лидеры традиционных конфессий отметили неоценимую важность и значимость соборной мечети не только для верующих, но и в целом для всех жителей республики. Люди приходят сюда, чтобы перед Всевышним открыть свою душу, попросить, что ему надо, и получить это от Всевышнего. Знаково, что сегодняшнее событие совершается в год столетия государственности Карачаева-Черкесии. Это значимое событие является еще одним важным убеждением того, что мы достойно продолжаем традиции, оставленные на нашей земле нашими предками. Мечеть всегда была центром культуры, центром знания, центром всех социальных вещей. Это был центр жизни мусульман. И, конечно, оно имеет и политическое значение, личное значение для каждого человека. Значение в образовательной структуре, в образовательной сфере, в жизни мусульманина. Мечеть – это дом всемогущего Создателя на этой земле. А, безусловно, джума-мечеть – это большая радость не только для жителей Карачаева-Черкесии, но и для нас, мусульман Ставропольского края и Северного Кавказа. Центральная соборная мечеть названа именем ханафитской правовой школы суннитского направления ислама имама Абу Ханифа. Ее общая площадь составляет более 4000 квадратных метров. Мечеть возведена в стиле византийской архитектуры, дополнена элементами мусульманского зодчества. Она имеет 4 минарета высотой более 50 метров, 33 купола и 220 окон. Здание рассчитано на несколько тысяч прихожан. Общая вместимость здания составляет около 7 тысяч человек, а с учетом прилегающей территории в праздничные дни здесь смогут помолиться около 20 тысяч мусульман. На территории мечети благоустроены два фонтана, детская площадка и зона отдыха, а вокруг всего здания предусмотрены парковочные места. Мурат Джанкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.